5 часов. Где нужен? Бери микрофон, спой мальчика, а потом с тобой. Натуре бой? Угу. Только... А, у меня он есть. А что, Алина, я очень серьезно, прямо вот, ты знаешь, серьезно, чтобы ты мне все кусочки для этой... Лады, все свое, все должно быть у меня здесь. Сейчас. На какой стадии у тебя? Ты поработала с этим кусочком? Чуть-чуть. Ну ладно. Я больше поиском занималась песен и ансамбля. Угу. И фортепиано. Давай, пробуем. Все равно на работу побежишь, ну, уже не можем так. Все хорошо, но вначале там тема, чуть-чуть кусочек, тема, надо посмотреть. Я вот наверха ухожу, и у меня это. И все вот эти вот ускорения, ты поперек прямо, ты вперед поешь, нужно опаздывать все. Это все. Здесь все отлично. Наоборот, это чисто, знаете, вот физиологически у всех певцов так, если вдруг либо дыхание заканчивается, либо где-то что-то, интонацию не та, значит, где-то что-то, вокалист что делает? Он пытается от этого убежать. А это так глупо. Глупее не бывает, потому что все равно, во-первых, уже спет, уже все услышали. Надо наоборот это место выравнивать и выправлять, вырежать паузу, сделать вдох и потом вступить, ну то есть
как-то торгать. Понимаешь, о чем я говорю? То есть, а ты там ускорилась, и все это заторопыжнилось, и все. Это болезнь многих. Многих. Почему-то люди думают, что ну это как страус. Давай еще разочек, пораньше чуть-чуть. Вспомнила сейчас это место? Попробуешь допеть до конца? Ну, с вокализмом. Я посмотрела вот прям последний кусок в нашем этом, в уроке. И там я прям вот это вот 100% я его снимаю, мне прям его надо заучить сесть. Саму себе. Потому да. что мне последний понравилось, как я сделала. Да, так оно всегда так и делается. Потому что где-то, допустим, ну если кто-то сомневается. Ну что, не вот тут половину, вот тут половину. Он мне прям целый понравился. Хорошо. Я заучу, сейчас я пока. Хорошо, это твоя интерпретация. А там я уже заучу. Хорошо, хорошо. Может, у тебя сейчас еще лучше. Потом перед тем, как вокализировать, у тебя там большая дыра. Ты, конечно, отрабатываешь энергетикой и все. Ты отрабатываешь эту паузу. Я ничего не имею против. Но ты уже знаешь, что у тебя будут вокалисты. Ты можешь еще одно раз дыхание взять. То есть пребывать там. Это твое личное дело. Как хочешь. Если ты найдешь органичный какой-то вот здесь вот подход, чтобы это было как бы, ну, не заплатой, то делай. Нет, значит, да, а то было, понимаешь, это как бы органично, потому что это мысли. Добиваем. Thank you.
И растворится. Можно, можно, не нужно. В принципе, там самодостаточно. Там очень хорошо. Вот, вот эту... Молодец, умничка. Ты поработаешь еще? То, что мне все-таки понравилось? Мне очень понравилось. Смотри, вот эти вещи, которые там в финале, эти фразочки короткие, которые ты их все чувствуешь, ты их все замечательно поешь. Оставляй больше шлейфа. Оставляй больше шлейфа закрытого, чтобы не было так же. Ты держишь. Ты держишь. Но недостаточно. Нет, ты держишь. В принципе, достаточно. Но предел совершенства нет, но надо работать и работать. Там, конечно, еще интонации не точно, там где-то что-то. Ну, конечно, но все равно это замечательно. Это замечательно. А вы примерно не знаете, когда у нас будет экзамен? Да вот, в октябре, через 2 недели. В октябре, ну, примерно какого? Ну, обычно 15-го этого, какого? Ну, через 3, получается. А, через 3. Я думаю, что еще время есть, и тут тоже с Ипанемой поработаем, все будет хорошо. Ну все, беги, время у тебя. Значит, мы договорились, в понедельник у тебя 12-го, а Александрович будет, он может. Отлично. В пятницу в 12 и в 12.45 делитесь сами, как с Рамазаном. Кому как удобнее. Пятница в 12.45? 12.45. Кому в 12, нет, кому в 12. В 12.45. Ну, без разницы. Давайте в 12. Ты в 12, значит, ты в 12.45. А потом ты еще в 16 и в 16.40. Тебе еще руку. Договорились, да? Все, ладно. И завтра у тебя практика. Влада выздоровела. Ну, надо с ней связываться, как Влада, как что, и с чем работать, и мне на почту минусовку. Я вам сбросила минусовку, которую вы на ВОЗах пили. Если она с ней готова, я готова начать. Ну, она пообещала поискать, я с ней спешу. Чего поискать? Я отправила уже минусовку. Всем на почту. В плане про стандарт? Все уже определились? Про стандарт, который я дала ей еще весной. Ну, который мы в этот раз пили. Нет. Мы можем, смотри, мы можем как, допустим, с чем сталкиваешься, сложность, какая сложность в этом стандарте, поработали над этим кусочком. Давай послушаем новый, давай вот здесь посмотрим, давай работаем здесь звук, потому что в том стандарте, который никто не поет, вот старый, 57-го года даже, 64-го, его никто не поет, минусовку я заказывала, там очень много разного звука. И я очень хотела бы, чтобы, ну ты быстро, ты видишь, ты впитываешь очень быстро, и беру. Это классно.